Работы в Видновской детской поликлинике стартовали в середине января этого года. Учреждение попало в проект областного Минздрава «Поликлиника перезагрузка». Капитальный ремонт выполняется согласно единому для всех детских лечебных учреждений брендбуку. И вот спустя несколько месяцев помещение уже не узнать. Половина первого этажа отремонтирована уже и планируем, скорее всего, на этой неделе переезжать. В этом году нам обещают отремонтировать полностью первый этаж и кровлю колясочную нашу отремонтировали. Полностью обновлена входная группа, установлены новые пандусы и поручни, выполнен частичный ремонт фасада. Во многих отделениях и холле первого этажа будут обустроены просторные залы ожидания с диванчиками и игровыми зонами для маленьких пациентов. Ресепшн, здесь будет регистратура. Как вы видите, у нас уже собрана частично мебель. Абсолютно новые пеленальные столы, шкафы для документов. На первом этаже вскоре откроется травмпункт с отдельным входом. Рядом можно будет сделать рентген и МРТ. Также отдельные входы обустроят в отделениях неотложной медицинской помощи для детей первого года жизни и профилактических осмотров. Мы полностью переоборудовали эту территорию тоже. Сейчас там будет у нас отделение функциональной диагностики, то есть кабинеты ЭКГ, эхо-КГ, УЗИ сердца будет, ЭЭГ будет, электроэнцефалограмма. То есть установили нам кондиционеры. Несмотря на активный ремонт, прием маленьких пациентов не прекращается. Ну а родители с нетерпением ждут окончания работы, с пониманием относятся к временным неудобствам. Это временное неудобство, да, что там закрыли или перекрыли, как бы, зато потом будет чистенько, аккуратненько все. Я только за. У нас уже третий ребенок, как бы мы не в первый раз уже здесь. Ну, как бы никогда у нас проблем особых не было. Все специалисты все вовремя принимают. Второй и третий этажи поликлиники ремонтировать будут также поэтапно, не прекращая прием маленьких пациентов. Ожидается, что все работы будут завершены в следующем 2024 году. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.